Привет всем! Спасибо огромное за ваши вопросы. Хочу выделить несколько вопросов, которые были реально интересны. С кем бы из топ-10 вы хотели бы сыграть? Я очень хочу сыграть с Рафаэлем Надалем на грунте, так как два раза он приезжал в Казахстан, это мой кумир. Я обожаю его матчи смотреть на грунте. Мне нравится, как он побеждает, как он борется, как он доказывает, что он один из лучших на планете. Любимый футбольный клуб мой – Барселона. Давно болею за нее, очень люблю смотреть матчи Испанской лиги, Лиги чемпионов. Очень расстроен был, что ушел Неймар в свое время, но продолжаю болеть и верить в них, что они добьются титула Лиги чемпионов. Занимался профессиональным спортом, не играл 4 года. Есть ли смысл опять начать играть и участвовать в турнирах? Я считаю, конечно, есть смысл начать снова тренироваться, работать и пробовать себя на турнирах, достигать каких-то вершин. Как вы считаете, с какого возраста нужно начинать заниматься теннисом? Я пришел 8 лет, знаю ребят, которые начинали в 3 года, но в Казахстане есть группа Baby Tennis, очень доступна, 20 тысяч тенге в месяц, и занимайтесь. Сколько раз в неделю вы тренировались, сколько часов? Начал заниматься с 8 лет, тренировался 3 раза в неделю, по 1,5 часа в группе, после попал в команду и каждый день занимался по 6 часов, плюс фитнес. Пробежки, растяжка, продолжаю заниматься на высоком уровне. Какие у вас сложности были в карьере? У меня был сложный вопрос с 18 лет, выбирать между учебой в Америке или играть в профессиональный спорт. Но так как Федерация тенниса Казахстана помогла мне с контрактом, я получил все условия, у меня были спорты, и до сих пор есть поездки на турниры, тренера, спарринг, и я выбрал профессиональный спорт. Какие напутствия вы бы дали начинающим спортсменам? Ребят, я бы посоветовал вам больше заниматься спортом, не сидеть в телефонах, гаджетах, смотреть телевизор, а больше заниматься, совершенствоваться собой. То есть заниматься каждый день, работать над собой. На что ты потратил свои деньги, которые выиграл в 14 лет, и как отреагировали родители? Я вложился в себя, то есть я вложил все в теннис. Больше стал ездить на турниры, выступать, хотя было много соблазнов поехать на отпуск куда-нибудь, поехать в магазин купить игрушки, диски, сидеть за компьютером и просто впустую тратить время свое. Больше всего мне понравился вопрос, занимался профессиональным спортом, не играл 4 года, есть ли смысл опять начать участвовать в турнирах? Для меня показался это самый интересный вопрос, и я номинирую этот мяч тебе. Ребята, спасибо огромное вам за вопросы, было очень приятно. Давайте дальше смотреть теннис, наблюдать. Как раз сейчас идет в Нур-Султане турнир, юниорский на 18 G3. Болейте за наших, будем побеждать вместе. Алга, Казахстан!